Все равно будет природный мукбанг. Так, камушки, камушки, камушки. Вот у нас, короче, сад камней. Щеточка. Там море. Вот еще у нас видовая там. Так вот. Тут так вообще ходить можно, получить как горшок. Это камнем голову, по голове. Тут камень приглобанется. Вот это у нас церковь. Я пойду так вообще снимать ролик, но там все отчувихи. Похеру вообще буду снимать. Вот. Вообще туда пошел. Все, я пошел. Вот смотрите, какая красотища у нас. Ну-ка, подойти, вам показать. Вот такая. Я помню, тут, короче, с Гуденища пилил, когда в Зеленокозе работал. Все-таки, сейчас вон там, ну, банк снимать. Я сначала распаковочку сниму. Реально позлив, а потом, короче, буду, короче, мобанг сниму. Вообще все четко, офигенно. Все. Летели качи, без пассаж, без посторонних сил. Так, это самое офигенно сесть. Так. Сюда, короче, я сяду. А сюда, короче, сяду. Сейчас будет распаковка. Распаковка будет с это с вайперс. Чего он на этот раз пришел? Нам прислали вот такое вот. Хотя как-то еще должен. У нас получается. Вчера сушеное мясо осталось. Дальше у нас вот такое вот. Сейчас мы это распакуем. Это же даже распаковываем. Да. Не запаковали. Люкс
Потом это куриные крылышки 3 штуки, соус кисло-сладкий, куриные крылышки. А вот еще кусочек чикен пельме грибной. Так, тут 4. Это Grand Lux грибной. Благослови, там у нас сейчас чего-то шагом тоже. Так, будут разные. Чуть-чуть поближе дальше. Сбоку или как там, так вот. Вот, короче. Как он называется? Grand Delux. Grand Delux, он такой. Блин, капуста упала. Grand Delux, да. Спонсор ролика, как обычно, не буду говорить. Потому что они хотят, кто-то говорит. Где нам вкусно? Как обычно. А поручик головой дернулся. Высоко нежно. А по-моему грибной. Бля. А что, все не трогай. Абрикосовая груша. Дома не стал, снимай, потому что там. Вот тебе писать. Все, пофигу. Не столько щадничь. Вкусно. Это, короче, по вкусным точкам. Там тоже сестру Эльзу не видел, она со своим. Что нам сюда? Не знаю, узнала, не знала. Еще пока. Блин. Забыл передать. Знаете, Запорожье. Приветик. Потом кому же? Юрки. Наташке привет. Потом Виолетте. Админу Жеке. Всем привет. Толяну. Толяну, потом секунду. Не засмущай. Так, Толяну. И это. Так, админ увидел. Так, не езжайте. Мне просто засмущали, засмущение ушло. Да.
такое что-то. Еще есть. Не знаю, что зеленый что. А грибной, наверное. Чикен это пример. Наверное, походу грибной чикен пример. Такой вот большой. Просто что-то покрашивается. Все зелено. Уже поля. Сейчас вам покажу. Чикен пример. Короче, котлетка там. Не, булочка такая в Сочи. Котлетка там. Да. Угу. Майонезик такой четко. Я вижу, что прыгаю. Базу. Чикен. У меня большой стоп, не слышим трубе, не слышим. Взял кисло сладко. Штуки крылышек. Штуки грязные есть. Правильно.
крылышки такие. Все пустили? У нас теперь с нервами. Сыпется. Крылышки. Да. Кому крылышом? Так. Вспыхал меня бутон. Ломан. КПС, короче, набрался пока не так. Выход меня подсидел. Чего там какую-то? Или сестру сидит. Не сидит у меня. Другой город тоже. Что это? Пошел. По казино поступил. Я сейчас, короче, работаю по помойке. Со своими любимыми девушками писать. Все прям. Там какие-то электрики. Ну делают. Что это? Thank you.
А ты туда не насрать? Насрать уже срать. Ну так. Сережа, молодец. Не знал я газировку покупать. Так. Юрка говорит, что это опасно. Ну да, я плотно. Что-то. Рисовано эти спрайты. Не тупого, а она видна. Если вам понравилось, жмите класс и лайки. Ставьте комментарии, пишите. Что-то покушать, а еще покататься. На подальше поставить. Надо покататься, короче. Понравилось, подпишитесь.
тем будет пошибаться, тем будет круче. На тебе будет все клево. Во всех любовь. Всем пока.